Теннисные навыки от звездных тренеров. На корте Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису провели мастер-класс для юных спортсменов нашего региона. Свой опыт и знания им передавал первый тренер легендарной Виктории Азаренко Вячеслав Конников. Такие мощные тренировки по отработке навыков на вес золота ценят их и начинающие спортсмены, и, собственно, учителя. В сжатые временные сроки отрабатываются игровые элементы, позиции и ходы. Знания даются здесь и сейчас, и дети впитывают их как губки. На таких мастер-классах можно наблюдать, как возрастает у воспитанников желание тренироваться еще больше и еще усерднее. Дети мне в Гомеле очень нравятся. И последние годы, насколько я помню и знаю, огромное количество хороших детей приезжает в Минск. И они являются одними из лучших у нас в стране. И попадают в национальные команды. И юношеские ездят на кубки, зимние, летние кубки Европы. И гомельская школа, ну, у нас одна из сильнейших. Новшества тренерской деятельности также передаются в рамках мастер-класса. Это тот случай, когда наставники смотрят не на своих подопечных, а на учителя и сами становятся учениками.